Оренбуржцы добились успеха в дополнительное время благодаря голу полузащитника Игоря Коронова на 112-й минуте встречи. По словам экспертов, газовик можно смело назвать главным открытием турнира. Никто не ожидал, что клуб первого дивизиона пройдет так далеко и добьется исторического для себя достижения. Полуфинальный матч газовика намечен на 29 апреля. Соперником оренбургского клуба станет двукратный чемпион России «Московский Локомотив», который обыграл «Рубин» по пенальти.